Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала «Сад чудес». И сегодня хочу показать, какая у меня рассада уже готовится к тому, чтобы поехать в теплицу. Вот перчики перед вами. Знатный толстяк, звезда Востока, шоколадные, уже такие большенькие, хорошие перчинки. Сильненькие. Вот все, что находится, вот уже зацветают они. И вот... вот такие перчики. А это мои хризантемки подросли. А это салатик айсберг. Петунии уже надо высаживать. Ну, все в майские праздники. Вон, петунька какая хорошая. Вся эта махровенькая петунька. В отличном состоянии. Уже прищипнутые несколько раз. И очень много у нее боковых, видите, отросточков. Вот видите, какая хорошая петунька. Просто отличная. Это мой пипина. Он уже такой большой, четверть окна занимает. Но очень большой. Но еще даже не думает зацветать, а посажен перед Новым годом. Вербенка. Мой второй перчик Сириус. Один у меня, чтоб все болел-болел, это второй перчинка уже. Зефир в шоколаде, помидорки большенькие. Диетический здоровяк. Мой мак, который тоже поедет скоро на дачку. Вот остальные мои помидорки. Какие уже не помню. Сейчас посмотрим. Медовый салют. Вот медовый салют, конечно, самые такие крепенькие, хорошие помидорки. Банановые ноги тоже подросли большие. Такие мои помидорки красивые. А здесь у меня львиный зев. Петунья, вот, которая маленькая, распикированная не так давно. Вот это уже крупненькая петунья. Это тоже хризантемки индийские. Очень красивые, конечно, хризантемки. Так, это у меня перчинки-самоцветы. Всех цветов. Лягушечки, которые поедут на дачу. Вот одна. И вот другие. Вот еще глазки закрыла. Красавица петунька. Цветут мои пеларгонии. И тоже ждут поездки на дачу. И бальзаминчик тоже поедет на дачу. Красавец. Вот у меня перчинка Сириус. У него были закрученные листочки. И я так много писала, спрашивала, помогите, что мне с ним делать. Но ничего, я его вытащила на балкончик, и он ожил. Ожил, видите, верхушечек дал много, и уже собирается зацветать, то есть хороший перчик. Я один дома оставлю, другой на дачу отнесу. Он, в общем-то, очень прекрасно растет и дома. Свеколка в рассадке растет. Это мои розочки.
которые тоже скоро должны поехать на дачу. У нас просто такая жара, но всего третий день. И никак, конечно, не можем сообразить с растениями. Но завтра уже передали заморозки и холодно. Это мои помидорки уже, конечно, переросли. И даже некоторые, смотрите, зацветают. Видите, зацветают. Это у меня желтая вишня. Зацветает. Но это все у меня высокорослые перчинки-самоцветы. Здесь все зацветает, все ждет быстрее высадки, а с завтрашнего дня опять заморозки начинаются. Ну, в общем, всего доброго, мои дорогие друзья. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Я очень вам рада, когда вы приходите на мой канал. Пока-пока-пока.